Урманова Елена, аплодисменты. Елена, имя так прекрасно. Что ж говорить о том напрасно? Быстра, мила, легка, как ветер, стройна, умна и хороша. Хозяйка, добрая душа. Аплодисменты. Тогда Елена Уйманова еще не знала, что станет победительницей парада невест и выиграет главный приз. И хотя она не рассчитывала на победу, решение участвовать было твердым. В обычной жизни Елена работает помощником депутата Тамбовской областной думы, замужем, имеет сына Даниила и все в нерабочее время посвящает ему. И все же есть хобби, о котором поделилась героиня – вязание крючком детских вещей. Правда, этот талант не пригодился для участия в параде невест, ведь никаких особых требований мероприятие не предполагало. Единственное, что девушки заранее готовили – это совместный танец. На его репетиции ушла неделя. Помимо положительных эмоций, Елена Уйманова получила и главный приз – поездку в парк-отель «Берендей». С главным призом в путевку в парк-отель для отдыха «Берендей» Уйманову Елену! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Браво, друзья, давайте аплодисменты! На отдых Елена поедет в начале августа вместе со своей семьей. И если парад невест станет хорошей традицией нашего города, возможно, в следующем году мы вновь увидим Елену среди конкурсантов. Любовь Дичкова, Варвара Павлова, «Наш город».